Уважаемые подписчики, добрый день. Вот вернулись мы с магазина, и у нас такая созрела идея снять вообще на видео, чем мы тут, блядь, занимаемся. Вот, ну, я надеюсь, вот этого мужчину настоящего вы узнали. Вот, вот моя Люська. Здесь вот такой у нас портрет. Вот такая у нас хата. Это наша комната. Вот Валерка сидит. Вот у него пепельница, смотрите. Вот тоже, кстати, прикол. Это блядь, заказчик привез вчера. Да, ты давай не пизди, нахуй. Вот вчера у него, он привез. Вот у него пепельница. Кстати, я сейчас закуриваю, и мы идем на кухню, потому что у меня там сковородка горит. Так. Вот, выходим. Тут вы уже все видели. Кстати, сегодня погода вообще кайф. Ой, бля, сковородка вообще горит. Мы хотим пожарить яичницу, покушать и продолжить работать. Как остудить сковородку? Сейчас покажем. Берем кружку воды и хуй туда, блядь. Блять, лучше вот отсюда, да? Все, сковородка потушена. Проебал я вспышку, короче. Ну, заодно и почистилось. Все, вот у нас продукты тут. Кое-какие. Ну, хватит нам на несколько дней. Заметьте, водки у нас нету. Вот, потом мы покажем. Валерка сегодня будет плов готовить. Я буду готовить шашлык. Вот. Ну и по работе там снимем. Как мы заделываем косяк свой. Ну не то, что косяк. Ну косяк, короче. Вот. Кофеек утром у нас. Сахар, короче, сейчас посмотрим. А, вон, пидорас один сидит, блядь. Муравей. Муравьи пиздят сахар у нас. Ну ладно, мы люди не это, не злые. Вот так. Ну, чисто попили пивка, ребят. Ну и хочется нам не то, что поприкалываться, а показать обычный быт. Обычный быт. Что мы? Вот, кроссовочки поставили на ультрафиолет. Чтобы там не было ничего. Ну и так далее. Вот, все. Я готовлю яичницу. Это у нас будет... А вот потом курицу. Курочку надо разделать еще. Все, ребятки. Смотрим дальше. Поприкалываемся дальше. Вот такая вот фигня, ребят. Колбаска тут с лучком. Скворчит. Все дела. Я сегодня за шеф-повара. И потом зальем это все десятком яиц. Вот это у нас будет, я не знаю, обед, что ли. Обед. А на вечер у нас будет курица. Плов и шашлык из курицы. Вот так здесь живем. Все скромно. Ну, все есть. Что, пойдем к Валерке вскоре. Чем он там занимается? О, Валерий уже переоделся. Ёшкин матрёшкин. Все, он уже собрался работать. А что, носки не одел? А, блядь, еще забыл. Это такая униформа, что сейчас? Типа того, комары, чтобы заебали. А, понял. Ну, то есть ты подкармливаешь сейчас иногда? Ну, да. Понял. Может, это сразу почистили, блядь. Кого? Морковку с луком, блядь, я покрошу сразу. Ну, подготовим пока. Салатика намутим. Салат малат. Салат и манаты. Сейчас намутим, ебки. Тут, видишь, пока яичница готовится. Нихуя у тебя яичница. Ну да. Это только поджарка, блядь. Я думаю, солить не надо, потому что колбаса она всегда обычно. Она чесночница. Да.
Какая она чесночная, я не знаю, там с чесноком она хоть лежала рядом, нет? Блядь, запах-то есть. А, есть, да? Надо будет, мало будет своего добавить. Так, ребят, слышите запах? А, не надо, да? Не, открою, что? Я не знаю, как оно сильнее, открывается. Сильнее. А, сильнее. Да я могу и две их сразу нахватку. Понял. Че, куда идем, Валер? Не знаю, сейчас что, я сейчас разделаю курицу, что, морковки мне начистить, да? Да, разделаю, то, что на шашлык пойдет, и то, что на пол пойдет. Ты давай, плюсуй побольше, блядь. Что ты все минусуешь? Тут на шашлык, минус на шашлык, минус туда, минус сюда. Так, температура, что у нас тут? Сейчас, короче, надо... Нормально, 21, очко опять. Вот, покажи, как раз. А. А, во, ребят, да. Вот это видео, ой, блядь. Вот это видео мы не забудем. Вот, короче, ну, так вот, вблизи видно, да, что заплаточка. Заплаточка, тут все вышкурено, все зашпаклевано. Да, а была дырка, блядь, вот такая, нахуй. Безобразная дырка была. Я все это окультурил и зашкурил. Сейчас в этом же видео я попытаюсь ее заморить. Свой косяк исправить. Да. Свой косяк исправим. Йодиком сейчас ее вот под этот цвет подгоним. И все будет заебись. Все, пока я пошел жарить яичницу. Курицу разделывать и что еще? Морковка почистить, лук почистить. Понял. Все, ребят, смотрим дальше. Так, ребятки, ну все. Яичничка у нас скворчит. Колбаска, лучок пожарились. Теперь яички. Все. Сейчас разделаем. Так, лучок почистил. Морковочка моется. Сейчас разделаем курочку под шашлычок и под плов. Все. С Валерки плов. С меня шашлык и яичница. Ну, яичница это так, перекусим. Че он там? Валера! Вася, ты что там делаешь? Шикельде-микельде? Да, что да, блядь, хуй. Что мне опять надо делать? Ты заебал, я когда-нибудь отдыхать буду. Нет, когда у нас выходной, блядь? Сегодня ночью. А, ночью. А ночь сколько будет? С часу до трех? Все? Блядь, сегодня подольше поспал. Вот, смотри, электрик. Все, тестер, охуенный чувак, все, он тут с приборами. Сейчас с каким... это, давай туда пойдешь, короче. Комбини... Вася, ты давай, или, короче, туда я быстро, или, а то яичница будет черный, слышишь? Ну, там... Как твой сосед. Там, в Ташкенте, блядь. Включать надо будет, блядь. Что? Включать надо будет, блядь. Там уже удаленно все. Мне нужно быть, чтобы там красиво, я здесь проверял. Музыка кому играет, да? Ты его сначала прозвони, блядь, а то я сейчас вот закорочу его, нахуй. Нормально. Да, нормально. Очкую, ну-ка сам давай. Я сам очкую, блядь. Вот, я держусь, нахуй, мне похуй. Но. Вот так вот будет. Вот эти два. Потом вот эти два. Ну, блядь, короче, вот эти два самые главные. Подожди. Делай. Какие они цветом-то? Белый. Синий-белый. Синий, да, и белый. Ты мне кричи, синий-белый. Да. Потом белый, желтый. Желто-синий. Давай. Все, ребят. Блядь. Это пиздец. Давай, кричи, какие! Блять, как я боюсь этой хуйни всей.
Готов или нет? Молчит. Синий-белый. Пошла жара. Есть! Рассоединил. Желто-белый. Есть! Рассоединил. Желто-синий. Есть! Фу, бля, не убило. Все? Я же тебе сказал, это они. Надо вот тот еще вычислить, который... Что они? Ты, я сейчас, я и так седой был, вообще сейчас седой. Посмотри на меня, я посидел нахуй. Вот с твоей электрикой, бля. А вот этот надо... Дай мне, я пошел яичницу помешать. А, да, иди. Все, ребят, мешаю яичницу. Сейчас включимся. Так, ну все, ребятки. Для плова тут вот моркошечку, лучок почистил. Рис там сам Валерка найдет. Мяску порезал. И, короче, замутил тут немножко шашлычка. Сейчас он настоится. Это будет заебись. Валерка, он там провода хуярит, блядь. Крутит. Кручу, верчу, наебать хочу. Я хочу захуять. Все, сейчас через полчасика разожжем мангал. Ну вот так вот. Ходим, короче, бродим здесь. Че там, Валер, током еще не ебнуло ни разу? А мне все похуй. Я сделан из мяса. Грустный, блядь. Да устали уже, пиздец. Встали в 5 утра. Как ебанашки, блядь. Все, сейчас пойду косяк свой лечить, ребят. Беру йод. А где йод? Вася, где йод? Бля, здесь связь хуёвая. Другие ошкуры. Сдаем скин. Бля, виснет, вообще виснет. О, Пенза, Макс, блядь. А, ты ему говоришь? Не, ну да, я ему говорю. Здорово, пензенец. Интернет, ёмон, чата. Интернет, бумаяр, ты вообще ёвочнулся. Слушай, Пенза, блин, Макс, ну, блин, реально, интернет виснет. Ну вот открой окно, будет интернет охуенный. Еще больше комаров залетит. Зато интернет будет охуенный. Ой, бля, вот они, падлы. Я тебе еще могу. Где йод? Я тебе говорю, виснет. Йод где? Виснет, а? Йод. А, йод это в рюкзаке. В рюкзаке? Рюкзак. Я понял. Все, ребят, сейчас будем замазывать вот это вот гнездо. А он откуда, Все, пошел за йодом, позже покажу. Не, продавец откуда? Так, ну что, ребята, процесс у нас идет. Тут вот замутили такую хуйню. Сейчас разбираемся в этих, блядь, куче проводов. Потом итог будет. Да, будет итог. Ну, уже итог как бы проверен. Вот эти лампочки работают, розетки все работают. Количество проводов. Да, там ёбнешься, сколько проводов. Все работает, второй этаж работает. Здесь, ну, темновато. Ну, видно. Вот розетка. И здесь две розетки. Соответственно, лампочка. Лампочка в душевой. Все работает.
здесь херова гора розеток. Четыре двойных. Вот. Здесь коробка, выключатель двойной, соответственно, чтобы душевая и предбанник, баня и предбанник работали независимо. Вот, здесь все работает. Здесь вот по поводу нашего косяка, смотрите, ну немножко отличается, я сейчас еще подмажу. Вот моя заплатка. Сейчас она высохнет. Это йод. Обычный йод. Вот. Сейчас она высохнет. Мы еще затонируем. Затонируем, высохнет. И будет все идеально. Здесь пойдут короба в разные стороны. Соответственно, 2,5 квадрата и 1,5 квадрата. 1,5 на лампочке, 2,5 на розетке. Ну и все. И параллельно, короче, вот у нас мангальчик. Мангальчик жужжит. Шашлычок стоит. Мочится, или как сказать, маринуется. Наверное, так, да? Все. Здесь что у нас? Тут у нас береза. Все горит, сияет, все замечательно. Вот так и живем. Тучки опять набежали. Но вроде так, безветренно, не знаю. Будет дождь, не будет дождь. Все, сейчас Валерка коробку соберет. И помчим дальше. Розетки ставить вот в этом помещении. Здесь у нас тоже будет 5 розеток. Здесь на углу, ну где-то метр. Метр от двери. Напротив. И соответственно там от окна. Метр-метр сюда. И посередине окна. Тоже. А по какому? По узбекскому, да? Ну да, как бы, как клиент захотел, так и делаем. Хозяин, барин. Да, и, соответственно, на потолке две точки будут висеть люстры. Вот, надеюсь, что сегодня мы это все доведем и как бы захлопнем эту дверь. Все, нам останется только дом. Тот домик сделан. Здесь у нас будет фонарь уличный. Здесь будет фонарь уличный. Вот там над воротами тоже прожектор такой диодный. На доме 2 фонаря по бокам. И посередине тоже диодный прожектор. Ночное освещение, так сказать. Вот пока все. Работаем дальше. И вам всех успехов. У нас вроде все получается, слава богу. Ну, все, ребята, настроили, все проверили. Закрываем коробочку. То есть второй этаж готов. Баня готова. Эта комнатка готова. Сюда у нас... Крышка на окне где-то здесь лежала. Хотя будем так даже. Поменять розетку включу. Ну, поверили. Че розетку? Заебись. Ну, как я сейчас втыкал. Что так, выключатели все работают. Все, наконец-то мы из этой комнаты вышли, блин. Ебать, то ли. Все, значит, 2,5 я веду до... А, 1,5 я веду, да? До выключателя? Да. А 2,5 сюда до розетки. Да. Не так же, как от этой
Жих. Все понял. Метр отсюда, ну сам знаешь. Все понял. Ребята, ну завтра повиднее, по это, день будет. Да, снимем видео. Вот. Как бы, а я думаю... Уже, блядь, везде здесь будет свет. Ну да, 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 да. Давай завтра ты начнешь вот с той точки, а я здесь. Розетки я здесь приключу сперва. Да. Пять розеток прикручиваешь, да. И выключатель. И кабель канала кидаешь, а там... И выключатель это... прикручиваешь. Да. А ты уже дальше. А я веду короба. Да. Ну и в пол, соответственно. Погреб. Угу. Все, ну, и шашлычок. На тот дом уже пойдем. И шашлычок у нас подходит. Красота. Страшная сила. Да, нам отсюда еще как-то надо будет сюда же видеть. Все, ребята, до завтра доснимем. Уже поздно, плохо видно. Так, ну все, ребятки. Заканчиваем мы эту комнатушку. Все, раскидали, осталось захлопнуть крышечки. И вон, видите, да, но еще видно, еще надо раз пройти йодом. И не будет ни хера видно. Заштукатурил я, короче, дырдочку эту. Вот, немножко разница есть. Еще йодом пройти. И будет все ништяк. Все, наконец-то. Наконец-то мы закончили. Ну и еще уборочку территории сделаем. А вот здесь вот немножко еще осталось. Все. Так что вчерашний день мы провели удачно. Валерка вот трудится. Херачит, як дурной. Все, всем пока, ребята. Всем хорошего настроения. До следующих видосов.